Видишь ли, мой мальчик, когда у тебя обсохнет молоко на губах, ты поймешь, что у нас есть только одни враги. Красные. Это наши враги на всю жизнь. А с остальными у нас бывают только размолвки. Так. Значит, русские ребята, которые заправляли мне мою машину, когда я у них садился, мои враги. Конечно, мальчик. Это такая же истинная правда, как то, что есть Господь на небесах. А я довольно долго болтался в небесах и не заметил этого. Ну вот что, дружок, довольно разговоров, да или нет? Надо ответить. Немедленно, ты мне надоел. Хорошо. Спокойно. Подними руки. Подними руки, говорю. Стреляю. Повернись. Откуда приволокли этого идиота? Прошу прощения. Я не предполагала, что он взбесится. Уберите его. Хорошо. Обратно в лагерь. Быстро, быстро.